Дживс, ты нарушаешь сейчас приватную территорию. Приватность приватной территории. Дживс любитель зайти максимально близко к чужому дому или на чужую территорию и сесть там какать, например. Вот любит он. В Покровке также делает, здесь, а где бы он ни был. Удивительная черта. Ну-ка, быстро иди сюда, непослушный такс. Ты что, ведешь себя как невоспитанный? Ну-ка, пойдем. Кушай этот сосисочка.